Друзья, всем привет! Сегодня я в этом видео вам расскажу про 5 главных плюсов телефона Meizu M3 Note и 5 причин, по которым вы должны его купить. Первая причина – это очень красивый и такой премиальный дизайн. Вы только посмотрите, как он выглядит. Он похож на iPhone, и это придает ему такую какую-то премиальность. Вы посмотрите, здесь закругленные края, вот эта кнопочка какая красивая. Сзади металл, все очень стильно и красиво выполнено. Второй плюс – дисплей. Дисплей здесь Full HD, 5,5 дюймов, и он очень сильно меня порадовал, действительно очень качественный дисплей. И особенно с вот этим закругленным стеклом дисплей смотрится просто шикарно. Третий плюс – это поддержка от производителя. Что я имею в виду? То, что этот телефон обновляется. Да, у него не обновляется версия Android, но у него обновляется сама прошивка Flyme. То есть это не будет так, как с каким-нибудь левыми китайскими подпольными брендами, что они выпустили, продали и все, и прошивки полностью не выпускают. На этот телефон будет выходить прошивка Flyme, они все равно будут что-то фиксить, что-то улучшать, и новую версию будут выкатывать, и он будет обновляться у вас по воздуху. То есть это не какой-то ноунейм, это действительно хорошая контора Meizu, которая поддерживает свои устройства. Четвертый плюс – это цена. Стоит сейчас такой телефон $135 примерно в Китае. В России он тоже продается, но дороже. Мы будем рассматривать только покупку из Китая. $135 – это не так много для таких характеристик. Ну и пятый, последний плюс – это мой самый любимый плюс в этом телефоне – огромная батарея. Батарея здесь на 4100 мАч, и посмотрите, какой тоненький корпус. То есть они смогли уместить такую большую батарею в такой вот компактный корпус. Он совсем не толстый телефон и не тяжелый. Батарея здесь хорошая, и телефон примерно может прожить от 100%, да, если его зарядить на 100%, примерно вы сможете пользоваться им 2, либо даже 2,5 дня, если будете просто звонить и отправлять смски. Ну вот и все. Вот такие вот 5 главных плюсов, 5 причин купить телефон Meizu M3 Note. Всем спасибо за просмотр, пишите свои комментарии, ставьте лайки, дизлайки, что вам больше нравится. Всем удачи и всем пока!